Всем привет, дорогие друзья, всем привет, дорогие подписчики, с вами Денисов Денис. Впервые в истории мы выйдем на двух информационных площадках. Денисов Лайв и канал Республика. Прежде всего, хочу поздравить всех зрителей, кто меня сейчас смотрит, с наступающим Шагабеле. Мира вам, тепла, добра, света, уюта, здоровья вашим семьям, близким и родным. Все, наверное, помнят, как я 23 января был на протестах в Москве, на Пушкинской площади. Освещал там события, где проходила несогласованная акция. Так вот, подобные мероприятия докатились и до города Кызыла. О чем я? Так вот, 23 февраля было запланировано мероприятие. Митинг в честь рабочей крестьянской Красной Армии. Где мы хотели прежде всего поговорить, выступить, сказать о доблести наших военных, наших офицеров. Также затронуть социальную тематику. Рост цен на уголь, ЖКХ, повышение пенсионного возраста и прочие другие моменты. Так вот, нам дали ответ следующий, что на данное время, на данное место согласовали якобы другое мероприятие. Почему я говорю якобы и почему я вот эти держу листочки, бумаги? Так вот, вот это все, это ответы подобного рода, что якобы кто-то подал уведомление. Мы в любом случае проведем мероприятие, потому что в принципе у нас в Конституции прописано, что мы имеем право на свободу шествий, пикетов, митингов и собраний. Как так на родине Сергея Кужегетовича Шойгу творится такое беззаконие? Ведь Сергей Кужегетович Шойгу – министр обороны. А ведь у нас мероприятие так или иначе тесно связано с вооруженными силами. Еще раз хочу сказать. Мы, вот нам дали ответ, мы на этом не сдаемся, мы в любом случае проведем мероприятие, мы в любом случае поздравим военных, офицеров, ветеранов, детей войны, в общем всех причастных. И продолжая развивать мысль и говоря, что мы, какие планируем дальше действия, прежде всего мы, конечно, подготовили уже конструктивный ответ, ссылаясь на нормы закона, и будем все-таки добиваться права, данной нам Конституции, чтобы мы вышли все-таки в рамках закона, чтобы для нас не было каких-то гонений, преследований, репрессий. Но те моменты, которые происходят сейчас, меня глубоко возмущают, когда мэрия из раза в раз не согласовывает нам мероприятия. Это что, провокация? Подрыв демократических устоев. Мы с таким глубоко не согласны. Мы будем бороться. Более того, в Кызыле пройдет серия одиночных пикетов включительно до 23 февраля. Поддержку вооруженных сил, против социальной несправедливости, против политических преследований коммунистов, комсомольцев, против клеветы и давления на наши боевые единицы. Что хочется еще сказать? Это серия мероприятий будет не только в Кызыле, вы не подумайте. Подобные мероприятия пройдут в каждом районном центре, в каждом Кажуне, где выйдут секретари, будь то одиночные пикеты, круглые столы, те мероприятия, на которые сподвигнет их совесть партийная, партийная доблесть. А на этом, я думаю, наверное, стоит завершать. Что хочется сказать в завершении? Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, будьте с нами, комментируйте. Говорите, что мы делаем не так при съемках наших сюжетов. Мы будем исправляться и делать для вас видео все лучше и лучше. С вами был Денисов Денис. Подписывайтесь на канал Республика. Подписывайтесь на Денисов Лайв. До новых встреч. Всего доброго.